Всем привет! Ты находишься на моем канале, и сегодня будет самый откровенный выпуск. Ну, наконец-таки. Дима, не об этом, подожди. Для нас приготовили очень каверзные вопросы. Мы даже их не знаем. И для того, чтобы понять, ложь это или правда, нас будет проверять полиграф. Анечка, но это не все так просто, ты же понимаешь это? Ну да. За каждый неправильный вопрос ты будешь перечислять своим подписчикам от 5000 до 200к. Нет. Ну, если ты думаешь, что ты обойдешься без всего, то я тебе тоже там придумал наказание, так что... Какие наказания? Все, Дим, погнали. Погнали. Раньше я с неохотой отвечала на звонки, потому что происходили подобные ситуации. Здравствуйте, мы звоним вам из банка сообщить о том, что вам готово. Только сегодня три по цене двух. Кастрюля одеть. Здравствуйте. Заберите ваш подарок в наш... Только сегодня для вас выгодное предложение. Если это не предложение бесплатно отдохнуть на Мальдивах, больше мне не звоните. Но сейчас все проблемы решились, потому что я подключила классную услугу «Защитник» от МТС. «Защитник» избавит тебя от звонков мошенников и спамеров. Он без твоего участия ответит на подозрительные номера и избавит тебя от нежелательного звонка. Кстати, еще приятный бонус, что есть бесплатный пробный месяц с момента подключения. Я уже установила себе эту услугу, а если и ты хочешь ее подключить, то можешь активировать опцию по QR-коду или на сайте. Ссылочка будет в описании. Ань, походу, надо памперсы Тиму поменять, а их найти не могу. Ты где? Жалко, что от таких звонков защитник не защитит. Дима, сейчас приду. Господи, ни секунды без меня не могут. В общем, на нас уже нацепили датчики. И, если честно, я думала, что это все полайта, но нет. Реально нервничаю. Да просто потому, что они на мне висят. Я не знаю, почему я нервничаю. Это как это работает, я не понимаю просто. Дим, ты нервничаешь? Да я вообще на очке сижу сейчас. Ну, в плане в прямом смысле, но и в переносном тоже. Поэтому давайте, погнали. Ладно, поехали. Первый вопрос Диме. Ты профессиональный блогер? Нет. Тебя раздражают отрицательные комментарии? Да. У тебя есть звездная болезнь? Нет. И это ложь? Да нет. Как так? Я же не вру. У меня была такой момент в жизни, когда вот это вот все обрушилось, и прям очень много узнали, очень много подходили, и я прям вот не любил людей, когда подходят за едой, либо еще что-то, я просто закрывался. На данный момент я хожу по ТЦ, с закрытым капюшоном, не люблю, на самом деле, очень часто фоткаться, либо еще что-то, просто чтобы время не терять. Ну, по сути, это отчасти это и есть. Да это не то. Ты же в голове это понимаешь так, что вот, я не хочу, чтобы ко мне подходили фотографироваться там, потому что у меня мало времени, но не хочу. Это, по сути, так и есть. Сейчас, на данный момент, этого нету, я люблю все. Но вот раньше я прям вот, как будто, знаешь, скрывался специально, валил от всех, там, видел какие-то глаза и просто... сваливал, потому что мне просто не хотелось. Но сейчас тоже такое присутствует. Не присутствует такое. Присутствует? Ты что, ладно, говоришь? Присутствует. Вот нормально вообще? Я лучше детектор тут. Я могу тоже ответить на этот вопрос, у меня тоже это присутствует. Особенно, когда я родила Тима, и мы ходим с коляской там по торговому центру и так далее, мне хочется побыстрее там сделать свои дела, поехать. Некоторые ребята постоянно подбегают, мне это просто в плане дискомфортно, наверное, больше. И они хотят сфотографироваться с ребенком там и так далее. Короче, это очень иногда неприятно. Ну, даже если ты искренне сейчас все это рассказал, типа объяснил, я беру? Но все равно... Нет, вот у меня твое наказание в руках сейчас. Давай, читай. Ты готов? Да. Выложить сторис. Надпись на черном экране. Сейчас есть единственный успешный продюсер, и это я. Плюс отметить Заира. Вот вы неадекватные. Ну, он обидится, но давайте. Сейчас есть только один успешный продюсер, и это я. Готово.
Аня, вопросы для вас. Вас зовут Аня? Да. Сейчас зима? Да. Тебя обижают некоторые комментарии? Да. Ревнуешь ли ты Диму кому-то из популярных девушек? Да. Это правда. Но окружение у нас как бы красивых девочек. Ну давай я скажу фамилию. Типа, как тут не ревновать? Я не понимаю. Ну, мне кажется, ты сейчас всех, кого перечислишь, к каждому у меня есть какая-то ревность. Давай, давай проверим. Аня, ты меня ревнуешь к Вале Карнавал? Нет. К Юле Гаврилиной? Нет. К Соне Слипи? Нет. Вашей Марусе? Нет. Я больше девушек не знаю. Так, и чё? Я нервничать начинала. Вале Карнавал. Она же была первая, а я начала нервничать к концу только. Как это работает? Следующий вопрос будет. Дима, ты изменял Ане? Нет. Это правда. Брала телефон Димы без его разрешения, чтобы посчитать переписки. Да. Это правда. Рассказывай. Что читала? Короче, ты как-то очень долго сидел в телефоне, и ты был какой-то очень грустный, злой, я не знаю, я подумала, что там что-то очень плохое случилось, я тебя спрашиваю, что случилось, ты говоришь, да все нормально. И причем ты так нервно мне это отвечал, как будто там реально что-то случилось. Я думаю, блин, что там такое? И я просто решила взять твой телефон, когда ты отошел, спустя эти полтора часа, или сколько ты там сидел, просто ты без остановки вот так сидел, переписывался. Я просто взяла телефон и посмотрела просто, с кем ты последний чат переписывался. Я просто увидела и все сразу поняла, и не стала даже читать. Чувствовала неловкость за то, что Дима зарабатывает меньше тебя? Нет. Это ложь. Ну, сказать да. Ну, была неловкость, конечно, но не в том плане, что, типа, я такая думаю, а почему он меня меньше зарабатывает? Нет, а я думала, что ты как-то неловко иногда себя в этом плане чувствовал. Но я понимаю, что, типа, он мне во всем помогает. Если бы не он, типа, я бы столько не зарабатывал. Просто он частенько говорит, что, типа, ну вот, у меня реклама меньше, у тебя больше. Поэтому, конечно, у меня в голове складывается такое вот, такие мысли. Ну, давай мне наказание, чё? Показать счет в банке за декабрь. Скажи цифру. 300. Поясню, почему декабрь такой вышел. Очень много съемок, очень много покупок. Мы очень много тратили. Тур покупали. Короче, все было это в декабре. Так сказать, скоро мы кое-что открываем, что-то делаем. И в это нужно хорошее вложение. Че, поехали дальше. Следующий вопрос будет Диме. Дима, тебе нравился кто-то из популярных блогерш помимо Ани? Нет. Это ложь. Ты чё гонишь? Я думала, он скажет да. Ты зачем сказал нет? А какие блогерши? Я могу сказать, были симпатии, ну, но на данный момент... Ну не на данный момент, а вообще. Нет. Тебе кто-то... До меня вообще. Это до меня. До меня. До тебя. Не знаю, назову это нравится, не нравится. Были некие симпатии через экран, чем, ну там, вживую издалека видел вашу Маруся. Что-то даже присылал цветы. Это мне Заир еще бабки на эти цветы дал. Да, я не понимаю, как отвечать с этим полиграфом, как будто ну, я... Ну ты что-то вступил будто здесь. Будто я не знаю... Можно я думать буду? Он не посчитает, что я думаю, значит, я сейчас соврать решу. Читаю наказание. Назвать трех самых красивых блогерш на твой взгляд. Аня Ищук. Можно без меня. А. Ну, без меня трех назови. Юлия Гаврилина. Валя Карнавал. И Сонечек. Слепи? Да. Получается, едем дальше. Следующий вопрос Анне. Изменяла ли ты Диме? Нет. Это правда. Ты готова услышать ложь? Вдруг? Ты что, угораешь? Следующий вопрос Диме. Согласен ли ты, что интерес к тебе как блогеру возник только из-за Ани и Тима? Нет. Это ложь. Все начиналось из-за Шипа, только из-за него случился интерес. Вот, но не из-за Ани. На данный момент возможно, но это не мои мысли. То есть ты уже был состоявшимся блогером, когда в твоей жизни появился Аня? Ну, по сути, да, обо мне знали. Ну, не так много, как сейчас. Ну, это конечно. Ну да. Вот, вот и ответ, Дим. Он не умеет общаться с полиграфом. Давай наказывай, что ты думаешь. Ну, хорошо, ладно. Аня нарисует букву А баллончиком на твоем затылке. Вы что, баллончик купили? А он есть?
Жесть. Реально есть? Вот, Ань, куда у нас деньги деваются. Во время отношений с Димой нравился кто-то другой? Нет. Это ложь. Чего? Что за бред? Как это? Что значит нравился? Возможно, с теми людьми, с которыми я общаюсь, более приятно, и мне нравится с ними проводить время, это, может быть, и есть симпатия. У меня не было такого, что во время отношений с Димой я хотела какие-то отношения другие. Такого точно не было. Нахер вы нас посадили на полиграф? Реально, ну это жестко. Это неприятная штука, да. Назови трех парней из медиасферы, которых считаешь симпатичными. Сорокин. Крид. Все. Не знаю, никого больше. Кого еще сказать? Ты, господи. Ну все, давайте два будет. Или кого-то еще сказать. Да, знаешь. Ты услышишь всегда. Бибера? Да. А, ну Бибер. У нее один типаж, короче. Но, видимо, не я. Диме предложен будет следующий вопрос. Давай. Ответ на который поможет Ане ответить. Дима, ты ревновал Аню популярным парням-блогерам? Нет. Это ложь. Ложь. Я сейчас, знаете, что вспомнила на этот вопрос? Я вспомнила. Это было 1.5 года назад. Мы были на тусовке Dream Team. На этой тусовке, на дне рождения, ко мне подошел Тим Сорокин. И он меня поцеловал в щечку. Для меня это странно. Ну, типа, я очень редко так здороваюсь с мальчиками. И он мне поцеловал тогда в щечку. И Дима был тогда очень странный. И потом он, когда я ему это сказала, а я же все говорю ему, всегда, что у меня происходит, он как-то что-то такое ответил. Не помню, что он мне сказал, потому что это было достаточно давно, но я помню, что ему это было немножко неприятно. И, возможно, это как-то трэш. Что происходит здесь на этом детекторе, блин? Найти популярного парня, который недавно отправлял Ане огонечки на сторис или писал комплименты, сделать скрин его сообщения, отправить ему со словами: еще раз напишешь моей жене, будем по-другому разговаривать. Друзья, я перерыла весь директ, у меня реально таких нет. А если какие-то там и есть смайлики или что-то типа того, то это было около 80 недель назад, вы понимаете, да, насколько это давно? Поэтому никто не пишет. Зарабатывала больше 2 миллионов в месяц. Да. Это правда. Дима, ты зарабатывал больше 1 000 000 рублей в месяц? Да. Это правда? Аня, задумывалась ли ты об измене в отношениях с Димой? Нет. Нет, это правда. Дима, у тебя есть чувство неловкости, что Аня зарабатывает больше тебя? Да. Это правда. На то я так и ответила, что да, я чувствовала тоже неловкость. Потому что я знаю, что он все-таки что-то чувствует. Я рос все время в такой семье, которой и не было денег. Всегда хотел, чтобы я маме помогал. Короче, я чувствовал, что я должен больше всегда зарабатывать с тем человеком, с кем я живу. Вот. И с самого детства, скорее всего, это строилось. Че на нее подписаны? Посмотрите, у меня тоже там интересно. Раздражает ли тебя, что все вокруг требуют от тебя второго ребенка? Да. Это правда. Это нормально из этого беситься, потому что, ну, реально все вокруг мне... Это уже переросло в шутку. А что касается шуток насчет детей, мне это не нравится. К этому надо серьезно подходить, и поэтому, когда все вокруг об этом говорят, и это не серьезно, то, конечно, это начинает раздражать. Дима, ты завидуешь другим блогерам? Да. Это правда. Есть намного круче и блогеры, и мне нравится их мышление. Я тот человек, который слежу, беру с этих людей что-то, добавляю это, пытаюсь опередить. Аня, следующий вопрос вам. Вы хотите второго ребенка, чтобы оставаться на волне популярности? Нет. Это правда. Ну тут я тоже не знаю, как пояснить, но это логично, наверное. Все время об этом говорим, так считаем, что ребенок не для этого создан был. Он такое счастье дает. Улыбочка. Без зубов.
Да. Знаете, пока готовят тест, скажите, пожалуйста, вы когда выйдете с этой съемки, будет о чем поговорить? Я думаю, да. Я почему-то думала, что нет. Ну, типа, мы вроде так все сказали. Ты его любишь? Да. А ты? Ты что, офигел вообще? Жалко, что сейчас полиграф не работает. На данный момент я составила вопрос, который сейчас зададут Диме. И Дима мне составил вопрос. Так, Дим, полиграф настроен. Прошу соблюдать спокойствие, слушать вопрос и отвечать на него «да» или «нет». Каждый вопрос ты услышишь 3 раза. Тест будет предъявлен 3. Начинаем запись теста. Первый вопрос. Ты проходишь проверку. Да. Ты сидишь в кресле. Да. Ты сам придумываешь контент. Да. Когда ты познакомился с Аней, она тебе понравилась? Нет. Ты любишь своих подписчиков? Да. Ты проходишь проверку. Да. Ты сидишь в кресле. Да. Ты сам придумываешь контент. Да. Когда ты познакомился с Аней, она тебе понравилась? Нет. Ты любишь своих подписчиков? Да. Ты проходишь проверку? Да. Ты сидишь в кресле? Да. Ты сам придумываешь контент? Да. Когда ты познакомился с Аней, она тебе понравилась? Нет. Ты любишь своих подписчиков? Да. Запись теста завершена. Дим, спасибо. Аня, сейчас будет тестирование для вас. Вас зовут Аня? Да. В комнате есть окно? Да. Для тебя главное количество подписчиков? Нет. Поддерживаешь ли ты общение с бывшим молодым человеком? Нет. Для блогера главная раскрутка? Нет. Вас зовут Аня? Да. В комнате есть окно? Да. Для тебя главное количество подписчиков? Нет. Поддерживаешь ли ты общение с бывшим молодым человеком? Нет. Для блогера главная раскрутка? Нет. Вас зовут Аня? Да. В комнате есть окно? Да. Для тебя главное количество подписчиков? Нет. Поддерживаешь ли ты общение с бывшим молодым человеком? Нет. Тестирование завершено. Дима, вообще как ты отнесся к этому вопросу? Он для тебя был неожиданным? Нет. Аня тебя уже спрашивала об этом? Да. Ты помнишь, как ты ответил на этот вопрос? Да. Ты ответил нет? А в 2 предъявлениях из 3 полиграф зафиксировал ложь. Охей, реально? Либо у меня Альцгеймер какой-то реально в голове, и я действительно ничего не помню, но на тот момент, когда у нее был парень, и она приезжала в Hype House, мы познакомились, она мне действительно не нравилась. Но я решила задать этот вопрос, потому что мне было очень интересно, потому что когда я у него спрашивала очень много раз, мне он отвечал: нет, мне вообще не нравилось. Это меня шип подтолкнуло то, чтобы я с тобой просто шиперился. Так и было. Вот, так и было, как он говорит. Так и было, серьезно. Аня, на все 3 теста ты ответила нет. Касаемо вопроса, поддерживаешь ли ты общение с бывшим молодым человеком? Полиграф показал, что ты не поддерживаешь. Действительно ли это так? Это так. Я почему это решил спросить? Я к тебе в телегу заходил, в поисковик. Он брал на телефон! Нет, я брал это для того, чтобы что-то сделать либо в твоей группе, либо кому-то ответить. Поисковик забивал человека и увидел в поисковике ее бывшим 2-м. Этого. Да, вот он. Вот. Я зашел, но смотрю, я не там знаю, ничего почему, нет удалено, кстати. Все сообщения удалены, все удалено, и такое... Я тебе больше скажу. У меня здесь даже есть мой бывший парень, с которым я встречалась, когда мне было 17 лет, вот до сих пор. Я не знаю, почему. Вот я ввожу Костя, у меня нет ни его контакта уже, ничего. У меня, то есть, давно уже с ним все удалено, это уже 100 раз мне телефон поменял. Но вот он у меня здесь высвечивается. Костя Поляков. Да ладно, все. Реально? Ты подумал, что я с ним общалась как-то или что-то такое? Ну, я просто зашел, все удалено, думаю, скрыли, может быть, поэтому решил спросить. Блин, а что ты меня не спросил? Так а что, мне похер было, вот сейчас решил. Похер было, говорит, и решил сейчас спросить. Ты же знаешь, что когда он мне там что-то писал, я тебе сразу все показывала, убежала и рассказывала. Ну, никогда это был тогда, без, да. Без тебя никогда этого не было. Ну что, друзья, ну я никому не советую это на самом деле, потому что это стресс. Мы спотели, пока тут сидели. Такое ощущение, как будто мы что-то делали сутками. Мы реально от этого устали, потому что это нервы.
Ну, ты реально вот сидишь, меня, нервничаешь. Меня сняли, я спать все, не хочу, я зеваю. Все, и все, да. Мы успокоились. А сидел у меня вот так, тун-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 тун. Особенно вот это последнее, я думал, сейчас что-то, ну, типа, такое скажет. Вроде все нормально, но все равно очковое, не знаю. Как говорят ребята, которые смотрели, я бледный сидел. Короче, не советуем просто так играться с этой штукой. Вот. Мы попробовали первый раз в жизни, и хватит. Я вот думаю, так, на этом мы закончим. Так, добро пожаловать. Вот, ребятки, миленькие, хорошие. Все это, приходите, если что. Но так, это я первый раз и последний сажусь на это говно. Это, ну, это такое, это сильное напряжение. Ребята, пишите комментарии за самый какой-нибудь креативный комментарий. Да, либо который будем... больше лайков наберет. Или который больше лайков наберет, мы отправим пятачок. Пятачок вам просто прилетит. Поэтому подумайте, что тут прикольного происходило, напишите комментарий. И всем пока-пока. Пока. Фу, блин.